Школа программирования «Яндекс» расширяет горизонты. Вслед за Астаной и Алматы обучаться азам IT смогут подростки из Талдыкургана, Петропавловска и Кустаная. Обучение уже прошли сотни парней и девушек. Анвар Мангельдинов расскажет подробнее. Школа программирования Яндекса была запущена в Казахстане в 2017 году. За это время в ней обучились 253 человека. В этом году выпустились 98. В их числе Александр Савицкий. По словам молодого человека, в школе программирования дали ему много полезных знаний. Теперь я могу писать на обоих языках, C++, Python. В общем, в целом, как бы, обучение в этой школе просто мне помогло понять, куда дальше развиваться, в какие стороны смотреть. Школа программирования Яндекса развивается и расширяется. Так, если ранее обучение могли пройти только школьники из Астаны и Алматы, то теперь такая возможность есть у подростков из Талдыкургана, Петропавловска и Кустаная. Мы, как крупная IT-компания, мы понимаем свою социальную ответственность. И в связи с этим мы запускаем такие программы. И мы очень рады, что ученики учатся, выпускаются, и затем они же ведь смогут прийти к нам, являться нашими кадрами и работать у нас. Школа программирования – бесплатный образовательный проект Яндекса для школьников-старшеклассников, интересующихся программированием и точными науками. Ануар Мангельдинов, Думан Сулейменов, Информбюро.